Всем привет! Как всегда, спасибо вам за то, что вы здесь, за то, что вы это все смотрите, и за то, что пишете комментарии, потому что из комментариев я черпаю очень много интересного для себя. Иногда они меня очень радуют, иногда просто интересно, иногда расстраивают. Ну, это нормально, это жизнь. Ну и спасибо за то, что материально поддерживаете канал, это тоже приятно и полезно. Сентиментальность... или не сентиментальность, не знаю. Но все-таки какие-то идиотские абсолютно мечты о всеобщем счастье иногда появляются в моей голове. Ну, я думаю, что они у каждого появляются иногда, потом уходят, потому что жизнь показывает, что до всеобщего счастья как-то не то чтобы далеко, но совсем далеко. Однако... В конце 60-х годов молодые люди, музыканты в том числе, были охвачены этой самой мечтой о всеобщем счастье. Лето любви и цветов, 67-й год, да. Потом все это стало немножко затухать, любовь и цветы. Пришли другие настроения, разные нехорошие. Но мечты остались все равно. И одна из моих любимейших групп, The Moody Blues, записала фантастический совершенно альбом. On the threshold of a dream, на пороге мечты. Можно так перевести, да? Можно перевести на пороге там, сна или чего-то еще, но, в принципе, это на пороге мечты. Вот такая красивая пластиночка. Вот она такая. 67-й год, с книжечкой, все как положено, как тогда любили делать. Сейчас тоже любят делать, но как-то тогда к этому относились... более вдумчиво. Вот красавцы сами, артисты. Эту пластинку мне жена привезла из Америки. Я помню, что в 1990 аж году. Я ее слышал, конечно, до этого на катушечных, на магнитофонной ленте, на катушечном магнитофоне. Но пластиночка была вот привезена с большим удовольствием. Еще одна японская даже есть. Зачем-то я взял японскую, потому что здесь песка поменьше оказалось. Это все-таки немножечко такая уже потертая. А это без книжечки. Ну, просто вот такая хорошая штука. Это не дирам, конечно. Здесь-то английский настоящий дирам. Хоть и в Америке куплен. Но хуже от этого не стал. Пластинка одна из самых успешных у... The Moody Blues, и она оказалась успешнее даже, чем захваленный вот этот самый Days of Future Past с песней Nights in the White Satin, которая крутится до сих пор повсюду, в кино используется, где только ее не крутят. Мне этот альбом не нравится, на самом деле, хотя он у меня есть, я люблю The Moody Blues, и они мне нравятся, в принципе, все. Мне нравится их подход, их концепция, их звук, их пение удивительное совершенно. Там все пятеро артистов поющие, и это очень, как бы, очень круто, конечно же. Ну, а о том, как они играют, как они сочиняют, это вообще отдельная история, это потрясающая музыка. И я уже говорил в каком-то ролике, что если говорить о так называемом, в кавычках, прогрессивном роке британском, то... На первом месте у меня две группы. Это The Moody Blues и Procol Harum. Как ни странно, да? А Yes, Genesis, все это уже немножко дальше. King Crimson – это отдельная история. Я даже не буду ставить в один ряд. Это совершенно другая музыка. Другое мышление, другой взгляд, другая философия. А эта пластинка, да, она была популярнее гораздо. Во всяком случае, в... В списках популярности в Британии она была номер один, в отличие от Days of Future Past, который был где-то там 27-й, что ли, или 20 какой-то. Но это тоже хорошая позиция. Но вот этот альбом, он шибанул и по критикам, и по слушателям совершенно отчаянно. Потому что очень хорошая пластинка. Это четвертый альбом The Moody Blues. Предыдущий я уже обозревал, это в поисках утраченного аккорда. Там начал выстраиваться звук The Moody Blues, который и дальше уже пошел по всем альбомам.
И начал выстраиваться очень хорошо, очень уверенно, очень убедительно. А на этом альбоме он окончательно сформировался уже. Просто совсем. К сожалению, троих артистов уже нет в живых. В наше время это Грэм Эдж, ударник Рэй Томас, который отвечал за духовые инструменты и пел. Рэй Томас с таким брутальным лицом, с черными усами, и по виду никогда не скажешь, что он играл эти нежные флейтовые партии и губную гармошку привел, отдалил ее от блюза на тысячи миль и играл очень красивые такие околоклассические пассажи на губной гармошке. Ну и флейты разнообразные тоже. А морда у него такая, когда смотришь на фотографию, но это по меньшей мере должен быть продюсер. А в принципе на охранника больше похож. Конечно. Но, к сожалению, он покинул этот мир в 2018 году, а совсем недавно ушел из материального мира Майк Пиндер. Один из композиторов главных, певцов, и отвечал он за клавишные инструменты, за все. Правда, его потом в 77-м году, где-то в 76-77-м, его сменил Патрик Мараз. Но это роль никакой не играет, потому что главные пластинки, главную обойму записал все-таки Майк Пиндер. Ну, что касается, собственно, этого альбома. «На пороге мечты». Это та самая мечта, о которой я сказал в самом начале. Это излет движения хиппи, но мечта осталась. Мечта о всеобщем счастье, о всеобщей любви, о мире в первую очередь, конечно. Ну, о дружбе и вообще о смысле существования человека. И надо сказать, что эту мечту Moody Blues пронесли через все свои альбомы. Чем мне нравится эта группа, что они никогда себе не изменяли. И 70-е годы, и 80-е, про 60-е я не говорю. Там все прослеживается в этой светлой, прекрасной, я бы даже сказал, совершенной музыке. Но при этом это все-таки рок-группа. Не надо думать, что это какие-то улюлю, а-ля-ля. Это для тех, кто не слышал никогда. Это рок-группа, это прекрасная, временами даже местами тяжелая такая история. Но очень мелодичная. Мелодия – это главное, наверное, то, что есть в Moody Blues. Ну, помимо всего остального, помимо прекрасной игры, прекрасного пения, я уже говорил, что все здесь поют, здесь прекрасные, все время повторяю. Отличные вокальные гармонии, ненавязчивые, неназойливые, как у многих популярных в нашей стране ансамблей, где вот эти вокальные гармонии просто лезут из каждого канала, и кажется, что парням важно показать, как они умеют строить эти гармонии, и нужно, не нужно, и просто ума лишиться. Я, кстати, пройдусь по третьему альбому группы Queen, который с большим трудом дослушиваю до конца, именно за счет того, что бесконечные вот эти вот гармонии бьют просто сначала интересно, потом хорошо просто, а потом просто уже настолько утомительно это слушать, что мама дорогая. Ну, кому-то это нравится, пусть, очень, очень хорошо. Moody Blues, значит, «На пороге сна». Начинается с произведения «In the Beginning». Там есть интересная вещь. Там так поработали с мелотроном артисты, что нашли такой звук. Ну, и с пультом, естественно, с самим мелотроном так все это отстроили, что удивительно высокий звук, который, когда включается, он включается там ненадолго, там сначала такое гудение, шипение, а потом появляется такая тонкая нитка, которая непонятно откуда звучит, кажется, что она отовсюду звучит, кажется, что это в комнате что-то такое происходит. Они специально этого добивались. Вот такое звучание, такое, какая-то техническая неисправность в доме. Вот. Но на самом деле там речь идет о беседе человека с представителями власти, с бюрократами, которые говорят ему, что ты прекрасно, что ты к нам пришел, а человек интересуется, а кто я, чем могу помочь вообще этому миру. А ему говорят, что
Очень хорошо ты пришел. У нас есть суперкомпьютер, и ты будешь прекрасным этим самым картриджем для нашего суперкомпьютера. Для тебя есть уже много заданий, и ты станешь частью этого компьютера и будешь все задания наши выполнять. То есть борьба человека с машиной и борьба человека за собственное счастье на протяжении всего альбома обозревается, так сказать, и не дидактично. Этот альбом считается концептуальным в этом смысле, да, в смысле борьбы человека за собственное счастье и за мировое счастье и отрицание вот этой машинерии всей. Но песни абсолютно разные. И чем он хорош, что нет вот дидактичного подхода такого назойливого декларации. Мы будем там бороться за это, пятое, десятое. Все это все скучно и неинтересно. Вот. И после вот этого небольшого монолога «In the beginning» начинается «Lovely to see you», песня Джастина Хейварда, гитариста и вокалиста, которая начинается с замечательного гитарного рифа в среднем темпе, с басом вместе, другие ноты, но это не важно. И очень бодрая такая штука, роковая вполне, и прекрасным началом служит она для альбома. Слушать ее интересно, и она энергичная. Она очень энергичная. «Lovely to see you» уже более драматичный номер. Более драматичный, прекрасно спето, все, интересная гармония. Отличная гитара Хейварда. Это я не вспоминаю, это я пытаюсь облечь в слова вот, кайф вот этой музыки. И вот не похоже на традиционную рок-группу. С одной стороны, как бы рок, да, как бы все, это рок классический такой, хороший рок, а построение песен не похоже на не на Битлз даже, как которых обожали музыканты The Moody Blues, как и все нормальные люди. Не на Kings, там, не на Who, а какой-то свой подход. Вот они в этом смысле похожи на Procol Harum, которые тоже играют, поют и сочиняли по-своему, в другой как бы парадигме, я извиняюсь за выражение. The Diary, третий номер, очень красивый. Чуть-чуть как какие-то блюзовые интонации прослеживаются там, но скорее это ближе к какой-то средневековой классике. The Diary, такая штука, неожиданный выход в мажор, там прекрасно, неожиданно, красиво и очень, очень точно все. Безо всяких там излишеств, потому что все работает на песню. Send me no wine, не присылай мне вина. После Day Diary печальный, такой меланхоличный. Опять send me no wine. Вроде какой-то бигбит просто, но бигбит сыгранный плотно, мощно вот этим ансамблем, оркестром, я бы даже сказал, The Moody Blues, потому что аранжировки у них выстроены, я уже говорил, по-моему, аранжировки выстроены не как у рок-группы, а как у небольшого оркестра. Прописана партитура. Так все разложено, так все мощно. To share our love. Еще один бодряк, еще один просто удар рок-н-роллом с вокалом, поднимающимся вверх. Очень круто все спето, очень здорово. И довольно мрачное «So deep within you». «So deep within you». Ту-ду-ду. Красиво, классически. Просто какая-то арт-рок. Вот, вспомнил определение. Такое рок-искусство. Искусство-рок. Очень люблю песню «Never Comes the Day» на второй стороне, первая. Там удивительное соло Джастина Хейварда на гитаре. Оно состоит из двух частей. Обе части коротенькие, но гитара Gibson ES-335 его звучит, прямо тянется сустейн такой вот. Как будто это не гитара, как будто это. Все мы знаем, что такое гитарный сустейн, да,
понимаете, и мы слышим, как играет гитара. А там не гитара, там какой-то деревянный духовой инструмент. В этом смысле похоже на Брайана Мэя немножко где-то. И поразительная игра на бас-гитаре в этой песне. Просто какая-то, просто какая-то головоломка. Ну и все остальное, можно сказать, о последнем номере «Have You Heard» из двух частей, в промежутке между этими двумя частями «The Voyage». Майка Пиндера, полотно клавишника, и это такой эпос из трех частей, собственно говоря, если учитывать инструментальный кусок в середине, просто гигантский финальный эпос, монументальный, вот. Вот. Но не давит, ничего не давит, все очень красиво, очень нежно, очень тонко и очень музыкально. Ну и вот флейтовая история в песне Are you sitting comfortable? Несколько флейт записано. Те, кто любит джетротал, те, кто любит вообще просто флейту, там истинное наслаждение получит от этого. Все, я пошел пить, не могу. Очень хорошая музыка просто, пока.